Друзья дорогие, у нас стартовала акция 100 рублей для больных детей. И я прошу вас, мои хорошие, примите участие. Подпишите автоплатеж, переведите 100 рублей на приют. Это очень важно, ребята. Без вашей помощи спасать малышей очень тяжело. А они просто хотят жить. Они же не виноваты, что родились в подворотнях, на обочинах. Они просто дети. А мы с вами взрослые. Да, солнышко? Тихо моя. А вот сейчас у меня идут мальчики. Тоже мальчик. В том помете было все 7 девочек, а в этом мальчик, уже второй. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Обязательно. Маленький мой, все будет хорошо. Животик у ребенка болит. Животик болит. Хороший мой. Маленький. Маленький ребенок. Горячий. Горячий-горячий животик. И глазки нехорошие. И глазки сильно блестят. Плохой животик. Когда животик поглаживаешь, сразу засыпать начинает. Легче становится, наверное. Небольшой массаж животику, и ребенку полегче. Сейчас еще ножпочку найду, укольчик сделаем. Ребята, вы представляете, какая боль у ребенка внутри? Энтерит, когда идет кровь. Лежи. Лежи, мой хороший. Такая морда смешная, да? Такая морда смешная, да. Давай выздоравливай. Пусть животик поправится. Пусть животик. Не ешь капельницу. Малыш, ну что ты такой вредный? А? Ну, твои братья. Что, мой золотой, я очень рада, что тебе легче. Легче, чем другим. Дай Бог, так и перенесем. Да, солнышко, не ешь только капельницу, нельзя. Такая зубастая собака. Такая зубастый камелеон, мальчишка такой у нас. Такой кобель у нас, да, будет красивый. Маленький, давай думать. Эй, капельницу прокусишь, чудовище, дай сюда. Дай, у меня не так много систем. Маленький мой. Не лови. Ай-ай-ай-ай. Давай так руку подержу, давай. А ты подумаешь, кого кусать будем. Дай мама животик погладит. Животик хороший. Да, мой хороший. Да, солнышко мамина. Да, держим лапку, капаемся, да. Все будет хорошо, солнышко. Ну, меня просто зачаровывает ее окрас. Маленький леопард с голубыми глазами. Когда капаем глюкозу, медленно-медленно. Они всегда спят. Глюкоза вместо снотворного. Дай Бог, чтобы этот сон был выздоравливающим. Друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. Искреннее, большое спасибо. Мы прокапались, осталось немножко перекусить. Малышка еще не ест. Так, водичкой корм намочили, ротик засыпали. И кормим. Так, не надо, половина выплюнули, половина проглотили. Да, детка? Раз, половина выплюнули, половина проглотили. Ай, моя девочка. Глотай. Да, ты мамина? Давай. Чуть-чуть. Понемножку, но часто. Понемножку, но часто. Чтобы потихоньку усваивалось и животик не болел, да? Вот так. Все. Часа через два еще немножко. Потом часа через два еще немножко. Да, красота моя?
Держим лапку. Капаемся, скажи потихоньку. Капаемся потихонечку. Мое солнышко. Маленький мой. Нос еще сухой, сухой. Нехороший носик. Друзья, мы продолжаем 100 рублей для детей. Мы продолжаем день стольника. И я прошу вас, мои хорошие, не пожалейте, пожалуйста, 100 рублей. Помогите нам. Нам необходимо купить лекарства. Нам нужен очень метрогил. Очень нужен. Нам нужен рингер. Нам нужна смекта. И я просто прошу вас, мои хорошие, 100 рублей, пожалуйста. 100 рублей для маленьких детей. Потому что необходимо покупать лекарства, ребята. Сегодня мы купили рингер. Сегодня мы купили метрогил. Купили шприцы. Купили смекту. Это большая помощь. Купили 2 упаковки пеленок. Ребят, купили фосфолюгель. Друзья, все эти лекарства покупаются только благодаря вашей поддержке и вашей помощи. Я прошу вас, мои хорошие, помогите нам спасти детей. Пожалуйста. Акция продлится целую неделю. Неделю малыши на капельнице. Неделю идет акция. И каждый день я снимаю новые видео, чтобы показать, как все это идет. Спасибо, друзья. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо. Пока еще рвота, ребята. Пока еще у малышей рвота. И именно поэтому мы просим у вас помощи. Пожалуйста, друзья, отзовитесь. Помогите спасти им жизнь. Друзья, 100 рублей для маленьких детей. У нас идет акция, и мы призываем вас помочь нам. Помочь приюту вылечить деток. Прошу вас, пожалуйста. Лапка запуталась, да? Сейчас бинтик перебинтуем. Ну вот так. Да, мой хороший. Мы капаемся, ребят. Малыши на капельнице. Кто, если не мы? Друзья, пожалуйста, 100 рублей для маленьких детей. Если можно, переведите. Приют очень нуждается в помощи.